А вон The Horror The Masters. Сейчас вы можете на камеру мне сказать про него все? Но вы как будто знаете, что я записываю. Захар в порядке. Да? Должен порвать себя всех. Так, я не понял. Привет. Не получилось. Наверное, Леонид Вайсфельд все-таки заметил камеру. Впрочем, и Захар Арзамасов провел приличный матч. Да и вообще, спасибо обеим восточным командам, которые показали удивительно красивый хоккей. И самое интересное то, что «Авангард» повел 1-0, а в серии до сих пор ничего не понятно. У каждого клуба свои козыри. Чтобы исключить проблемы со светом на арене, к стадиону привезли генератор, который до конца игры звучал вот так, радуя простых горожан из соседнего дома. Впрочем, болельщикам тоже досталось, так как гимн перед игрой исполнила Бьянка. Сразу стало ясно, что в клипах все по-другому. Может ли уфимский клуб изменить серию? В том-то и прелесть, что да. Илья Михеев и Денис Зернов далеки от возвращения в строй, а Илью даже не видно на арене. Боб Хартли оптимистичен, говорит, что есть некий кадровый резерв, но если разобраться, то никакого резерва, способного усилить команду, и нет. А кто? Егор Мартынов и Максим Березин? Они оба не соответствуют уровню. В атаке тоже особой вариативности не существует, разве только в сочетаниях. Вернулись бы травмированные, было бы неплохо. А у Салавата Юлаева есть Александр Кадейкин, пропустивший первый матч. А уже в Уфе сыграет Александр Бурмистров. Это серьезное усиление. Плюс «Авангард» столкнулся с такой же стильной командой. Просто это разные стили, и первая игра показала, что ни у одного из них нет преимущества. Хозяева просто были удачливы. Видел ли ты «Макдональдс»? Да. Удалось побывать? Кофе купил. Вкуснейший кофе. В Москве, в «Макдональдсе» в Балашихинском. Согласен. А что еще увидел в достопримечательности? Вечный огонь. Видел, сколько огней? Игра в голове пока. Быстрее бы уж воскресенье. Так хочется посмотреть вторую игру. В ВХЛ Сара Арка неожиданно переиграла в Санкт-Петербурге с Каневу 2-0. В первом раунде плей-офф команда Леонида Тамбиева вынесла Югру 3-0. И вчера главного тренера ханты-мансийского клуба отправили в отставку. Формально Ждахин сработал неудачно, вылетев в первом раунде, но уступил он не кому-нибудь, а Сара Арке. С одной стороны, ханты-мансийская команда действовала неудачно в регулярном чемпионате, не было стабильности, спады затягивались. Но в плей-офф Югра попала, причем с преимуществом своей площадки на первом этапе. Думаю, что Ждахина подвело то, что он не сумел вывести свой клуб на пик формы к плей-офф. На все проблемы в чемпионате закрывали глаза, так как ждали всплеска именно к матчам на вылет. Ждахин очень известный специалист в ВХЛ. Он неплохо проявил себя с ТХК из Твери, дошел до финала с Торпедо. Югра не простила первого раунда, но это и удивительно. Такое ощущение, что кто-то ждал от клуба чемпионства. Ну ладно вам, в первый год-то после вылета из КХЛ. Вчера в Ханты-Мансийске никто ничего не комментировал для прессы. Видимо, всем плевать. И завершим наш короткий субботний выпуск плохой новостью для болельщиков «Металлурга». Вратарь Артем Загидулин отправляется в Северную Америку, и клуб остается лишь с Василием Кошечкиным. Артем уже удачи. Главное не пропустить от Валерия Нечушкина. Впрочем, это самое легкое. До свидания. Вот это тоже сложный вопрос. Они у автомобилиста выиграли как раз потому, что играли очень дисциплинированно. Почему сегодня такой? Ну, наверное, нервничали. Потому что в Балашиху приехали, в большой город. Они Шевченко испугались. Потому что он ходит здесь с камерой и всех пугает.